К сдаче норм ГТО допустят не всех. Как сообщает российская газета, пройдут испытания только те, у кого будет наличие паспорт и медицинская справка. Напомню, сама система была возрождена в России по инициативе президента. Комплекс должен охватить людей в 11 возрастных группах от 6 до 70 лет. Среди спортивных испытаний – бег, прыжки, подтягивания, плавание и другие дисциплины. Сначала будет оцениваться гибкость, потом координация движений, далее сила, скорость и выносливость. В финале участники получат специальные знаки отличия. Внедрять комплекс намечено в 3 этапа. Экспериментальный стартовал в минувшем сентябре и завершится в конце 2015-го. За это время нормы сдадут в школах 12 регионов. На втором этапе в 2016 году тестировали распространится в образовательных учреждениях по всей стране. А с 2017 года к сдаче физкультурных норм начнут привлекать более взрослых россиян. Предполагается, что проводить занятия станут в специальных региональных центрах. Именно сюда граждане, желающие сдать нормы ГТО, должны будут отправить заявку.